Жил себе красный шарик со своей возлюбленной. И они очень друг друга любили. Но нет, куда-то пропала его девушка. Что это за глубокая яма, ребята? Это какой-то подземный ход. А ну-ка давайте узнаем и посмотрим, куда же она там провалилась. Сейчас они будут взрываться. Ай-яй-яй, бежим, бежим, быстрее от них бежим. Ай-яй-яй. Тихо, тихо. Нет, 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 почему ты нас заметил? Отстань. Смотрите, что за нами гонится. Ай-яй-яй, отстань, отстань, отстань. Мы находимся в затопленной шахте, ребята, и у нас очень мало воздуха. Ай, какой он огромный, страшный, нет. Быстрее, быстрее, ребята, нужно камнем по нему попасть. Всем привет, ребята, меня зовут Споди Дудину, и мы находимся в затопленной шахте, ребята. Это подземные ходы, куда утащили нашу принцессу. Но теперь в этой части эту шахту затопили, ребятки. Посмотрите, наш шарик набрал воздуха для того, чтобы выжить. Так, нам предстоит очень быстренько, быстренько тут пройти этих морских ежов. Ай-яй-яй-яй, нет-нет-нет, они взрываются. Отстаньте вы от меня. Так, быстрее, быстрее, у нас мало воздуха, ребята. Нужно все это дело пройти. Ай-яй-яй-яй, отстань. Ты что здесь забыл, злодей? Так. Запрыгиваем вот сюда. Ой, что-то я не достал. Тихо, тихо. Ничего тут нет такого страшного. Да вроде бы нет. Оп. Все, это хорошо. Все идет по плану. Теперь можем уже запрыгивать. Так. Ой, надо, можно это было потом, наверное, сделать. Ну да ладно. Так, берем наш ключик. Ой-ой-ой, куда я свалился-то, а? А мне хочется прыгнуть прям с самого верха, ребята. Так что давайте наберем разгона. У-ху! Вот это круто! Так, хорошо. Тогда будем... Ух ты, это что такое? Что за штуковина? Что это за машина такая странная? Бам! Так, а как она этого не раздавила? Отстань от меня, отстань! Все, вроде бы у нас не достал. Теперь мы можем спокойно забрать колючки и звездочки. Так, жалко, что не могу на этой тачке поехать еще дальше. Ну да ладно. Так, что мне надо сделать тут? Тут как-то так тихо. Оп! Показались на секундочку, все. Все, отстань ты от меня. Тихо, тихо, тихо. Запрыгиваем теперь наверх, берем кучу звездочек и отправляемся еще ниже. Так, а что? Ух ты, что же это такое тут, а? Поджидали меня эти злодеи, быстрее от них прыгаем. Все, мы с ними справились, осталось забрать звездочку, ребята, и мы прошли. Так, а ну-ка давайте по традиции прыгнем с самого верха. Круто! Так, а чё тут? Эти лазеры страшные, да? Ух ты! Отстань, 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 отстань. Всё, отстань от меня. Что ты хочешь? Злой ты ёжик, колючка. Так, аккуратненько. Всё, звёздочку взяли. Тут мы сейчас уже перепрыгнем. Отлично. Так, флажок поднят. Ай! Да куда ж ты так больно мне попадаешь? Оп, готово. Теперь надо сюда запрыгнуть. Отлично. Ой, как тут опасно-то будет. Все. Все, ребята, прошли. Быстрее, быстрее, времени мало, мало времени. Так. Так, 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 так. А, вниз теперь, да? Поехали. Все, готово. Опа. Хоп. А, нет, нет, нет. Так. Ты кто такой? Ух ты, ух ты, ух ты! Да что ж мы такие неуклюжие попали до нашей шапы? Эх, ну сейчас мы все исправим. Так, прыгаем побыстрее сюда. Все, заметили. Оп! Вот это колючки стреляются. Почти по нам попал. Так, 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 тихо. Ай-яй-яй-яй. Все, готово. Вот тут еще надо аккуратненько так, хоп. Получай. Смотрите, в него его же лазеры попали. Он думал, то, что он поймает меня на ловушку, а поймался сам. Так. А-а-а! Как высоко было-то это все. Тихо. Тихо. Хоп. Ух ты. Ух ты.
Так аккуратно, да что куда ж ты падаешь, шарик? Ну-ка, поехали. Так, что здесь? Ой, три двери сразу. А зачем они тут? Раз, два, три. Ух ты. Раз, два, три. Быстренько так прыгаем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ух ты. Фух, справляемся. Так, а тут нужно побыстрее пробежаться-то. Что, да как оно по нам попало-то? Все, мы тут справились? Фу, прикольно. Так, показались этому злодею, теперь можем убегать. Ек. Ух ты. Ну, я думаю, нас он тут особо-таки не споймает. Берем ключик. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, готово. А теперь, ребята, можем прыгать в самый низ. Ой, как-то страшно-то мне. Так, а что тут? Ух ты, как это тут? Ого, как высоко-то, вы что? Ай! Хотели меня попасть этими штуками, но ничего у вас не получится. Эй, вы меня можете пропустить туда? Так, залазим. Ай-яй. Фух, не попало вроде бы. Так, ай, нет! Да что ж такое-то, а? Что это за сложность-то такая? Тихо. Ой, как это было близко. Берем наш ключик и скорее, быстрее. Быстрее. Быстрее запрыгиваем туда. Все. Хопа. И справились, ребята, мы с этим. Ай. Ай, нет. Что? Как это тут все? Кто тут вообще? Зачем тут? Справились? Неужели мы справились, ребята? Так. Босс! Ай, нет! Куда это мы закатились-то, ребята? Хух. Слушайте, у нас там босс, и нам надо как-то подготовиться, собраться. Нужно придумать план, ребята, потому что это подводный страшный босс. Нужно что-то придумать, нет? Фух, ребятки, давайте тут передохнем, а потом в следующей серии продолжим. Я надеюсь, вы не обидитесь и поставите лайк, ребятки. Я стараюсь ради вас. Хочу вас попросить, чтобы вы зашли на мой канал и посмотрели другие видео, и тем более продолжение этих серий затопленных шахт. Оно там будет сразу после этого. Так что, ребята, заходите на канал Спуди Доди Ду и смотрите продолжение. А всем я желаю удачи, успехов и всем пока. Тебе конец, красный шарик! Нет! Ты не знаешь, кто я, но я великий колдун. Я пришел с ними поработить твой мир. И у меня есть мысль сделать из квадратов треугольников, но не обычных, а заколдованных. Теперь тебе конец, красный шарик.